Власть, жестокость, насилие. Европу охватила война, чума и голод. Ян, мне нужна помощь. Кэтрин, последний шанс спасти королевство. Ее дядя король Франции. Ты должен объединить Европу. Для этого придется похитить ее. Я не похититель. Слово короля — слово Божье. О, Господи. Вы меня убьете? Ты нужна нам живой. Подойдем ближе, чтобы ее схватить. Я их знаю. Тебе никогда не найти Кэтрин. Почему? Я обучал их. Только я смогу ее вернуть. Ты должен спасти ее. Я достигну этого любой ценой. Ради этого я смету все на своем пути. Дай ему заполучить Кэтрин. Мы можем погибнуть, дав им бой. Но это означает поистине достойную смерть! Жишка! Пусть королей выбирает Господь, но это не спасает их от ошибок.